Будущие физики, химики и биологи из более чем десятка отечественных и зарубежных вузов съехались в СПбГУ на 7-й международный турнир естественных наук. Цель встречи – помериться знаниями, а заодно помочь отечественным фирмам в решении реальных производственных задач. Как сделать протез чувствительным к прикосновениям, улучшить работу бытового фильтра и без разгрузки определить, что находится в вагоне? Вместо теоретических задач турнир естественных наук 7-й год подряд делает упор на решение прикладных вопросов, которые могут пригодиться в реальной жизни. На финале, возможно, будет играться задача, связанная с созданием противопожарной системы для библиотек на основе какого-либо вещества, которое бы гораздо быстрее детектировалось и позволяло быстрее выявить пожары. В соревнованиях приняли участие почти 200 начинающих ученых. Для них это не только шанс проявить себя, но и получить работу в известных компаниях, представители которых судят турнир. В следующем ноябре соревнование умов должно выйти на новый уровень. Организаторы планируют собрать еще больше ученых и отправиться на турнир в Индию.